До первых снежных дней остаются считанные недели, а возможно и дни. Потому в районах области ускоряют процесс стройки спортивных объектов. Тому пример Северный район, где активно возводят крытый ледовый ангар. В другой части области, Черепановском районе, редкие солнечные дни используют для популяризации спортивных секций. Подробнее в ближайшие 10 минут в программе «Спортивная губерния». Ученики первой Черепановской школы последние теплые дни проводят на свежем воздухе. Одни отрабатывают очередные элементы на площадке ГТО, другие соревнуются за звание самого спортивного класса школы. Не первый год в районе к спорту приобщают с помощью вот таких соревнований. Кстати, для этого здесь есть все условия. Стадион «Энергия» – один из лучших в области. Можно проводить соревнования как по футболу, волейболу, стритболу, так и по легкой атлетике. Ребятишки достаточно активно приходят, занимаются, ну и... Вообще, я должен сказать, не только в отношении ГТО, недаром Черепановский район 4 года подряд признан самым спортивным сельским районом в Новосибирской области. Вот сегодня вы же приехали, вы же не знали, что у нас будет вот такое мероприятие. Сегодня школа, первая городская школа здесь пришла на стадион, и мальчишки показывают свое мастерство. В Черепановском районе на базе каждой общеобразовательной школы работают секции от района ДЮСШ. Наполняемость хорошая, но директора учебных заведений все-таки пытаются сделать так, чтобы как можно больше ребят занимались спортом. Потому и проводят такие спортивные праздники. В нашей школе очень много уделяется времени развитию спорта. Во-первых, мы совместители, только 5 человек берем со спортивной школы, чтобы они занимались нашими детьми. 2 руководителя спортивных у нас есть в школе. В секции, 50% детей у нас спортивные только ходят. Ну и вот очередной праздник здоровья, спорта у нас. А дальше пойдут кросс-нации, вот вся школа почти бежит. ГТО у нас сдают ребятишки, президентские состязания, то есть... Ну, до первого мы в этом году уже много лет не дотянули, а в общий район на втором месте мы в спортивных состязаниях находимся. Вот. А вот скажите, насколько важно, чтобы дети занимались спортом вот на школьном возрасте? Я не обязательно секция, а в принципе. С возрастом спорт. Понимаю, что спортом каждый человек должен заниматься и в любом возрасте. И начинать это нужно в детстве. И это не только, как раньше говорили, здоровье, а сейчас еще с успешностью людей, я говорю детям. И успешными учениками вы и людьми будете. И это взаимосвязанные занятия, успех и спорт. Поэтому все должны заниматься спортом. Вот такой спортивный праздник у вас в основном. Чем дети здесь сейчас занимаются и на что направлены? У нас спортивные состязания идут по различным видам спорта. Старшеклассники баскетболом, волейболом занимаются, легкая атлетика, игровые какие-то виды спорта. Дети ходят по различным станциям, получают ключи. Кто больше получил, тот и победил, но ключи все получат. Подводим итоги, вручаем дипломы и, в общем-то, заряд бодрости. После каникул общение детей здесь, коллективы еще раз дружнее становятся. Так что замечательный праздник и, главное, погода нам. Ну и завершающий такой вопрос. Вот после таких праздников, вот, например, как сегодня, дети, которые, может быть, не особо уделяли внимание спорту, как вы думаете, кто-то из них, возможно, начнет сейчас, может, какие-то секции ходить, увлечется спортом? Мы даже вот заполняем здесь, кто будет после этого, в какую секцию записывать, предлагаем им по списку секции. Вообще вот я как раз этим и занимаюсь, стою и смотрю, ты не записался, а куда запишешься? Пока записываются все, что в этом году кто входил, конечно, будут продолжать, и остальные выбирают себе секции. Ну, все будут, не будут, но 50%, я говорю, в секции спортивные ходят в школе. Это уже Северный район. В одном из самых отдаленных муниципальных образований области пока заморожена стройка бассейна. Однако другой, новый объект для спорта здесь все же появится. Еще месяц назад здесь был пустырь. Сегодня же появились первые сваи для фундамента. К декабрю местная детвора, да и взрослые смогут заниматься в крытом ледовом ангаре. Как бы трудно ни было, объект должен быть сдан. И в этом году ребятишки наши должны уже кататься на крытом катке, то есть это не надо будет чистить снег, это можно и увеличить время игры в хоккей, и просто катание, и все это, я думаю, будет очень значимо, и мы не должны сорвать самое основное. Пусть до конца сентября, конечно, мы уже теперь не успеем, но у нас есть еще резервный октябрь, и к началу ноября планируем все-таки завершить и заливать лед.
То, что уже в этом году в Северном районе произойдет возрождение взрослой хоккейной команды, сомнений нет. Будут вдобавок расширять и детскую секцию. Условия для этого появляются. На базе Северной средней школы у нас есть хоккейная коробка. Она, правда, старенькая, не крытая. Значит, есть старшая хоккейная группа, которая занимается уже 3 года. Значит, 9, 10, 11 класс. Значит, они планируют дальше продолжать заниматься. И в этом году уже мы объявили набор на, значит, открытие новой группы хоккейной. Это 4, 5 класс. Тренер будет работать? Тренер будет работать, он уже объявил набор. И уже вот на сегодняшний день порядка 14 ребятишек записалось. Еще идут, и мамы приходят, приводят, и есть желающие заниматься хоккеем. То есть младшую хоккейную группу в этом году открывать будем. Ну, то есть, я так понимаю, вот как только этот объект будет введен, наверное, еще больше к этим 14 присоединится. Да, с нетерпением ждем, конечно, ввода этого объекта. И, скорее всего, к этим 14 еще придут еще столько же. Будем стараться, как бы, дать возможность отыграть всем. 2017 для Новосибирской области в направлении спортивных строек постепенно завершается. Итоги неплохие. Во многих районах уже запущены в эксплуатацию новые арены, а где-то активно ведется стройка. Районы устроили своеобразное соревнование, кто больше построит или реконструирует спортивных объектов. Кстати, во многих муниципальных образованиях стадионы строят за счет частных инвестиций, освобождая областной бюджет от финансовых вливаний. Так, в Убинском районе Ледовый дворец построен благодаря деньгам, выделенных депутатами и спонсорами. В Северном районе также стройка идет благодаря нефтяной компании. Арена 300 в Искитиме — еще одно частое вложение. Не жалеют финансов на развитие спорта и в областном бюджете. Так, в этом году построены, реконструированы либо строятся стадионы в Болотном, Чинах, Ордынском, Масляниной и Новосибирске. На этом стройки не прекратятся. Впереди достаточно много уже утвержденных новых спортивных объектов. Если будет построена комплексная спортивная площадка плоскостного типа, помещение лыжной базы в Коченево в этом году также будет построено. По наказам избирателей мы также отрабатываем, и более 15 районов, сельских районов Новосибирской области получат плоскостные сооружения различного уровня, функциональные, открытого типа, куда смогут приходить наши жители области, заниматься спортом регулярно. Собственно говоря, мы за это и ратуем, и это один из основных индикаторов в программе развития физкультуры и спорта на территории Новосибирской области. Не могу не сказать, что такие же спортивные площадки примерно появятся и в селе Скала Колыванского района, и Вояж-Болотинский район. Если же говорить о самых грандиозных стройках в области, то сейчас в приоритете реконструкция стадиона в Ордынском. Там уже появилось искусственное поле, новые современные беговые дорожки, завершается строительство ледового ангара. Впереди еще стройка бассейна и спорткомплекса. Начинаются первые работы и в Чулымском районе. В этом году начнется реализация проекта строительства спортивного стадиона в городе Чулыме. Первый этап предусматривает, разбито на 2 этапа, 2017-2018 год. Первый этап предусматривает также обустройство основания под искусственное покрытие футбольного стадиона и приобретение и укладка, естественно, самого искусственного покрытия. Поэтому вот этот первый этап будет выполнен в этом году, а второй этап — это уже там также беговые дорожки и, значит, трибуны и все остальное. Поэтому работа, конечно же, ведется. Нам очень приятно, что и Министерство спорта Российской Федерации, видя исполнение наших знаковых объектов в программе прошлых лет и уверенная поступь сегодняшних исполнений наших мероприятий по модернизации спортивной инфраструктуры совместно с Федеральным центром, нам позволяют и думать о том, что и 2018 год, и 2019 год программа в Российской Федерации Министерства спорта по развитию спортивной инфраструктуры рассчитана до 2020 года, позволяет думать, что мы и все оставшиеся 3 года этой программы будем туда входить, дабы приумножаться нашей спортивной инфраструктурой, которая, конечно же, сегодня очень востребована. Благо, что спрос на спорт, на услуги спорта, он из года в год растет, и сегодня, наверное, уже только ленивый не занимается теми направлениями, теми интересными и массовыми видами спорта, заниматься которыми есть возможность практически сегодня уже в любом муниципальном образовании, только в городе Новосибирске. 2017 – очередной год развития спортивной инфраструктуры в области. Наверное, поэтому нашему региону сейчас доверяют проведение самых крупных спортивных праздников страны. Последний пример – Всероссийские зимние сельские игры.